Всем здравствуйте! Сегодня с вами Сергей Швец. Сегодня наш ролик посвящен полуприцепу, который мы покупали с вами, если помните, в Польше. Мы тогда купили два полуприцепа Шмидц, один полуприцеп Кроны. Вот приехал второй полуприцеп Шмидц. Он как раз помыли его, грязи на дороге нет, поэтому он такой чистый. Что мы с этим полуприцепом делали? На нем мы только полировали будку и, в принципе, все. Потому что полуприцеп сам по себе хороший, никаких дефектов у него нет. Это полуприцеп Шмидц 2000. Привет, собака. Это полуприцеп Шмидц 2007 года. Оси БПВ, барабанные тормоза, 385 на 65 колеса, палетный ящик. Вот видите, как он с дефектом был, так он-то и остался. Мы ничего не стали делать, дефект незначительный. Мы такие дефекты не прячем, смысла в них нет. Полуприцеп с холодильным агрегатом Carrier Vector 1850. Также у этого полуприцепа есть термопринтер. У этого полуприцепа есть продувочные люки. У этого полуприцепа 4 штанги на воротах. Запасное колесо. Видите, с этой стороны он тоже полностью чистенький, красивый. Сейчас мы его откроем внутри, посмотрим с вами, что внутри он себя представляет. Внутри он идет с местами под доппельштоки. Сами доппельштоки продавец забрал. Это он нас сразу предупреждал, что доппельштоки он нам именно на этом полуприцепе не отдаст. На одном отдал, на втором не стал отдавать. Абсолютно целые ворота. Плюс ко всему прочему у него еще стоит замок дополнительный. Это толстостенный полуприцеп, вот посмотрите, какие стенки. В принципе, для 2007 года полуприцеп в достойном рабочем состоянии. Плюс на этот полуприцеп еще и сервисная книжка. И когда мы с вами покупали этот полуприцеп, его сразу забрать не смогли, потому что его отдали в аренду. Они не планировали его продавать, но приехали такие хорошие парни, как мы, и решили его забрать у них. Мы клянчили, и нам его отдали. Поэтому полуприцеп намеревался работать в аренде. На нем сделали полностью ТО, который был необходим. Полностью посмотрели установку, полностью его подготовили для аренды, чтобы не было никаких потом проблем в период аренды. Как правило, они это делают на год вперед, да? И нам удалось этот полуприцеп забрать подготовленный. То есть вот такой вот полуприцеп мы привезли. А мы ждем еще другие полуприцепы. В пути у нас также находится Крона, которую мы купили там же. Ну и все остальные полуприцепы, которые мы с вами приобрели, они тоже сейчас в пути. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. На все комментарии мы стараемся ответить. Пишите свои пожелания. Так что до новых встреч. Всем пока.